Всем привет, сегодня буду шмыгать носом по-любому. Короче, аллергия какая-то. Ой, бля, пипец. Аллергия, не знаю, откуда она мне взялась. Из носа течет вода. Ну, какая-то, я не знаю, жидкость. Семенная жидкость. Чего гаражу, вообще пипец. И глаза слезятся, ну, слезы текут. И постоянно чихаешь, короче. Сегодня будет такое видео. Не знаю. Короче, буду сегодня я монтировать окошки. Надо 4 окна поставить под ключ. Со всеми пирогами, с откосами, с отливами, с нащельниками, с уголками. Есть у меня товарищ, друг, так можно сказать. Вот, у него дачка есть. И он говорит, давай-ка мне окна поставим. Я говорю, ну давай. В общем, сказали мы эти окошки. Он говорит, ну, ставить-то кто, типа, будет? У тебя монтажники есть? Я говорю, да, только тебя они берут как липку. Вот, там, я не знаю, по 3500 может за окошко могут взять, за дачное окно то может и 4 даже с геморроем. 4 окна, 16 тысяч. Он говорит, блин, вот он как раз звонит. За хабами поехал. Да. Ну какие есть? Ну давай на 70. Или не, лучше на 90 тогда возьму. Да. Вот, окошки привезли, короче, ему. Сейчас едет, поехал он, я говорю, давай хабы сделаем, чтобы не мучиться с этими, с подшивами, чтобы у тебя классные откосы были, не отжимались никогда. Я говорю, съезди, купи хабы, купи скобки на подоконник, потому что подставочники раньше были, я помню, в мои времена подставочники с прижимом подоконника, ну так сказать, как прижимом, стрёмным прижимом. Вот, поехал, сказал поставщиков, он туда к ним поехал, они там по 100 штук, короче, 100 хабов, а там нам 30 хабов условно надо, и там 30 скобочек. И скобочек того меньше. Он говорит, ты что, офигел, что ли, там на двушку меня это хотят за все это взять? По 100 штук, тем более, куда мне потом эти хабы, 7 штук лишних? Нет. Вспомнил, что у нас есть рынок автомол, и там, по-моему, Алексей его зовут. Еще, когда я сам монтажником работал, у нас начальство туда ездило, ну как начальство, собственники нашей, так сказать, бригады, ездили туда закупаться. Вот он там до сих пор сидит. Езжаю вот туда, вот сейчас звонит по поводу саморезов. Какие саморезы? 6 на 70 или 6 на 90? Деревянную раму крепить надо будет. Ну что, я думаю, монтаж сделать как по старинке, потому что раму выдирать там смысла нет, там потом ставить некуда будет. Мы снимем створки, как вот в деревянных домах делают, да, в срубах и прочее. Снимаем створки, в этот проем просто тупо вставляем окно. И все, проблем нету. Особо там снимать, я думаю, нечего будет. Ну не знаю, короче. Батарейка у меня садится на этой камере. Этот, хотя я и взял пауэрбанк. Ну, возможно, с пауэрбанком буду просто поснимаю. На лоб накину или поснимаю таймлапсом. Поставлю куда-нибудь камеру, поснимаю таймлапсом, не знаю, планов. И вообще, как бы, давненько не монтировал окно, хотя вот на прошлой неделе мне пришлось переставлять алюминиевую раму. Демонтировать ее и устанавливать заново. Ну там, правда, без откосов, без подоконников, без отливов. А здесь придется сделать все красиво. Самый прикол то, что время уже час дня, и мы еще только едем, а он вообще в другом конце города. Сейчас мне его там придется ждать на этих дачах. В потемках тоже не хочется работать. Ну что, вот такое у нас сегодня видео будет. Посмотрите, как я ставлю окна. А я думаю, все получится. Так, мы заехали на территорию садов. Вот Димка, мой друг. А вот его машина, Шкода. Шкода Рапид. Успел он, короче, последние деньки взять перед, сами знаете, понимаете, чем. И обошлась она ему что-то около 1 000 000 рублей новая. Ну, как она уже, сейчас ей уже там 2 года получается. Мы, кстати, находимся практически в центре города. Сады находятся в центре города. Вон там видно вдалеке новостроечку. Это практически проспект Гагарина, улица Тимирязева. Ой, место козырное у него для дачи. Что там? Такие избушки. А
огромные стоят. Как будто бы частный дом свой, да? А как будто бы дача. Закрытая территория, никто не ходит здесь. Как поселок свой, да? Дом, баня. Ну вот по соседству такой вот домик садовый. И на все на это смотрят чуваки из новостройки. Ёлка какая классная. Вот эти окна мы сегодня будем менять. Собственно, короче, как я ему сказал, подготовить все. Он ничего не подготовил. Вот куда вот эти диваны убирать сейчас? Да, да. Просто так, чтобы показать, какая-то хозяйка. Короче, три окошка. Пипец, оно завалено. Вот так вот. Привет, створка, так Роман делает. Ой. Без петель. В общем, раз, два, три, диван. И еще одно окно. Вот окно. Диван мешает. А это вообще упало. Еще одно окно. Все это сейчас отрывать будем. Выламывать. Занавески надо снимать. Эти карнизы, как они называются, гардины. Так, ладно, сейчас подготавливаемся, убираем и будем съемку вести. Мне, короче, у детей сегодня экзамены в музыкальной школе. Здесь откосы еще не сделаны, но все стоит. Все работает, все четко. Здесь уже откосы сделаны. Эх, открылось как необычно. Все четко отпилено с хабами. С этим тоже все классно. Маленько откос клеится. Так, ну и это окно. Сейчас отвезу детей в школу. Музыкальную. И приеду обратно. И у нас еще одно окно здесь останется. Да. Одно окно, ну я думаю, снимать мы его не будем. Да? Мы снимем сейчас, как мы будем уголки делать. А, нам еще откос ведь надо сделать. Кого? Да, надо. Ну потом, да. Да. Только тут света нет. А, ну ты пока подготовишь. Все. Погнали. Так, ну что, окна мы смонтировали с откосами, с уголочками, все четко. Уголочки, конечно, я еще лет окна не ставил, помучился я вначале с ними. Но потом, короче, научился, как эти ставить. В чем прикол, то что они удобно, то что они снимаются. Все замазал. Все подмазал. Все, чувак. Папа все-таки может. Могет, как это, мент есть. Могет. Собственно, в час начали. Время сейчас. Так, что это за часы? Вообще хотел посмотреть, за сколько мы управились. Время сейчас 22:43. А начали мы где-то в час. Помимо того, что я еще сегодня успел съездить у детей. У обоих у меня экзамены сегодня были. Так, что я там снимал-то? А, вот. Что-то не понял.
На деревянных дудках это называется кларнет, короче, дудка. Да. Так, подводим итоги. Пока мы тут, у нас камера заряжалась, мы успели уже поставить москитные сетки везде. Кстати, Зигения или Хауэр Аутсел? Зигения, говорю. Уплотнитель. Так, и где-то за час мы смогли установить еще одно окно. Пленка от сэндвича. Топор, естественно, туда без топора. Вот. Еще одно окошко поставили. Даже еще малярка. Малярку не стал снимать, чтобы откосики бы застыли как надо. В общем, несколько лет окна не ставил, но вот все-таки смог я их сделать. В принципе, нормально все получилось. А, надо посмотреть, кстати, как с улицы. Где у тебя фонарик? Сейчас посмотрим. Не, просто включи его, да не надо мне на руку. Идем на улицу. Пока, короче, работали, еще когда светло было. Председатель подходит, говорит, я, говорит, кого не прошу, окончиков, сделать мне окна. Все, говорит, отказываются. Я говорю, я тоже отказываюсь. Я говорю, не мой товарищ, дорогой. Ну вот как-то так. Наличники он сможет потом заменить. Пинку только вылазил, конечно. Ну, Бэтмен. Ничего себе, поперло как. Вот. То есть у него были сначала такие окна, ну, на 50 миллиметров ему побольше, и будет вообще все отлично. Отливчик. Все это. Вот старые рамы, кстати. Здесь один. А, чуть-чуть тоже пенка вылезла. Ничего страшного. Раму она не испачкала. Вообще класс. Вылт. Ну, здесь два окна. Что? Я думаю, все, миссия удалась у нас сегодня. 11 часов. Пьем кофе и собираем инструмент. Ёлка классная. Все. Пока. Кстати, подписчикам Boosty, что могу сказать? Я могу сказать, эта работа была бесплатная.